Главный тренер баскетбольного клуба «Кремень» Игорь Чигринов, капитан команды Александр Овчаренко. Александр, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Ну, хочу поздравить болельщиков и команду Днепропетровска с победой заслуженной за выход в финал. Вот. Команда очень сильная, тут спору нету. Но можно говорить много о том, что и у нас в команде неприятности были, как бы, ну, игроки не все. Вот. Это не оправдание. Сыграли плохо, скажем так. Будем бороться за третье место, Днепропетровску победы. Спасибо. Я думаю, что срывает. Игорь, пожалуйста, ваш комментарий. Я тоже хотел Днепр с победой поздравить. Выход в финал. Будем болеть за Днепром. А по игре, что можно сказать? Без четверых номеров трудно играть. Вроде играет, потом выходят другие игроки, которые мало времени у нас играли. Сразу провал идет. А по большому счету все. Спасибо.